Яслисад в центре Нарьян-Мара готов на 67%. Контракт на строительство был заключен в июне 2020 года. Ход работ на социально значимом объекте проинспектировал губернатор Юрий Бездудный. Подробности у моей коллеги Ольги Русул. Это что за утеплитель? Что за материал? Это изовер, стекловолокно, негорючий материал. Готовность объекта 67%. Работы ведутся за счет средств федерального и окружного бюджетов. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин. Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Национального проекта «Демография». Мы основные работы по наружке мы сделали. Мы сделали благоустройство полностью. Посадили, осуществили посадки, сделали забор. У нас осталось на улице только площадки для детей. И осталось только весной посадить цветочки красивые. Ну, это дополнительно. Если сад рассчитан на 60 мест, контракт на строительство заключен в июне 2020 года с подрядной организацией «Стройуниверсал». Есть небольшое отставание в сроках, но подрядчик обещает наверстать. Сколько осталось работ внешних? Внешних нам, в принципе, завершить фасад на 2 недели еще. 2 недели надо. Да. Сколько сейчас работает людей на стройке? У нас порядка работает 40-45 человек. Уже выполнены работы по кладке всех наружных и внутренних стен, монтажу плит перекрытия, оконных блоков, всех наружных инженерных сетей. Выполняются внутренние работы. Мы зашли, вот у нас центральный вход здесь, с этой стороны. Это вот входная группа будет, да? Да, входная группа здесь, там будет пост охраны, соответственно, колясочная. Дальше по центру у нас 2 группы для малышей и по краям, слева-справа, для возраста 2-3 года. Завершается отделка, монтируется вентиляция, укладывается плитка. Работы на строящемся объекте идут в ускоренном темпе. Группы консолидированы. Все группы, по сути, каждая группа свой, как и должно быть, в детском саду современно. Строительство социально значимого объекта находится на особом контроле главы региона. Подрядчик абсолютно вменяемый. Подрядчик то отставание, которое было летом, наверстал за последние месяцы. По-прежнему остается небольшое отставание, но вот мы увидели, на объекте работает большое количество людей, все материалы есть, все необходимые запасные части, все на объекте, поэтому полным ходом идут строительные работы. И есть уверенность, что подрядчик сдаст этот объект вовремя. Объект очень нужный и очень важный, поэтому он на особом контроле. Напомню, цена контракта 279 миллионов рублей. Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2021 года. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».